Всероссийская программа «Классная страна» Агентства стратегических инициатив стартовала в феврале этого года. Самарская область вошла в число 22 субъектов, где реализуется ее пилотная версия. Главная задача – формирование модели детского образовательного туризма и профориентация. В нашем регионе эта программа реализуется на базе Самарского государственного технического университета. Для нас, для университетов страны, это очень важно, потому что через ознакомление с университетами, с возможностями промышленности, экономики, территорий, с тем, чтобы наши школьники лучше узнавали возможности системы высшего профессионального образования, происходит профориентация молодежи и их формирование мыслей на будущее становится таким осознанным. Программа разработана для старшеклассников и студентов СУЗов. Работа ведется по 5 направлениям – история и патриотизм, культура, экология, спорт и здоровый образ жизни, наука. Это экскурсионные программы, внедряемые в образовательный процесс в рамках доп. Образования, внеурочной деятельности или в качестве производственной практики. Программа направлена на то, чтобы дети получали в рамках учебного процесса теоретические знания внутри школьных стен, то есть на территории образовательных организаций, и уже в качестве практики с целью закрепления теоретического материала дети выходили в город, знакомились с экономикой региона, видели, соответственно, как процессы реализуются на практике, в том числе мы внедряем профориентационный подход. Маршруты по двум направлениям уже были презентованы ранее. Огонь памяти Куйбышев-Запасная столица по направлению «История» и открытка из Самары по треку «Культура». На очереди презентации трека «Наука». Это экскурсия для старшеклассников на одной из крупных промышленных предприятий Самарской области. Научный круиз, во время которого ученики могут попробовать себя в различных профессиях и определить для себя вектор дальнейшей учебной и трудовой деятельности. Мы очень надеемся, что эти культурно-образовательные маршруты будут интересны. Мы знаем, что они интересны нашим молодым людям в Самарской области. И надеемся, что они привлекут к нам туристов, молодежных туристов из других регионов страны. В конце года на заседании экспертной комиссии Агентства стратегических инициатив будут отобраны лучшие по стране маршруты по каждому направлению программы. Они войдут в федеральный реестр маршрутов. Галина Топилина, Николай Баскин. События.